Мушу констатувати, Дніпро знову приймає поранених з Донбасу. 28 березня в Донецькій області під час розмінування траси Костянтинівка-Донецьк для безпечного пересування місії ОБСЄ один із саперів-рятувальників підірвався на міні. Осколки від здетонованого пристрою потрапили 37-річному керівнику піротехнічної групи надзвичайників Анатолію Красноперову в обличчя та очі. Сапер мав знешкодити протипіхотну міну МОН-200, однак вибухнув інший пристрій – ловушка. Про це розповідає сам поранений. Зараз Анатолій Красноперов перебуває у Дніпропетровській обласній лікарні імені Мечникова. Ми бачимо переломи костей кісті з 4-5 плюснівих костей. Вони єлі видимі, однак нашому герою Анатолію придется немножечко находиться под наблюдением травматологов. И если будет необходимость, если будет плохое сращение, обещают врачи больницы Мечникова, обязательно прооперируют, восстановят кости, и он будет не только двигать рукой, а и полноценно работать. Он в состоянии средней тяжести, жизни его ничего не угрожает, предстоит еще впереди провести несколько операций на глазах, чтобы восстановить полностью зрение. Офтальмологи уже сделали все необходимое для того, чтобы он видел тени. И в ближайшем будущем дают гарантии, что зрение обязательно Анатолий сохранит. Не повезло то, что сама МОН-200 не сработала, не сдетонировала от, так скажем, от этой ловушки. Может, на датчик движения. Сейчас используют там, в тех районах. Меня отбросило, и как бы, ну, я видел, хотя бы слава Богу, что я, ну, видел. Все мутно стало, и звон слышать ничего не слышал, вот видеть видел. Вот хлопцы, которые рядом со мной работали, оказали мне первую помощь и вытащили оттуда.